Привет, коты, с Да-да-да. вами Катан Саня Плей. Добро пожаловать в Roblox. Сегодня мы вместе с Ильей, Дэном и Мимиком отправимся во вторую ночь в The Bart Star. Ну или что-то типа этого. Поздоровайтесь. Да-да-да. Всем привет. Короче, в прошлое... Короче, в прошлой части Илюха вместе с Дэном просто офигенно нас спасали. А во второй части Илюха уже будет снимать, потому что когда вырубит, у вас будет видео, как Илюха с Дэном все чинит. И там не совсем, верхние. Там надо еще откручивать. Да, там надо откручивать сломанные и на те же позиции, где и сломанные, брать. Ну, короче, поймешь, если увидишь. Да. Пацаны, можно мне левую дверь чекать? Чекаем, чекаем. Надо просто батарейку одну найти. Звоним им. Так, тут уже батарейки в другом месте, видимо. Ха-ха, посмотри, кто решил позвонить мне. Ты испугался? Очень. Эти Банстарз могут быть довольно горсткой. В любом случае, сосредоточься на ремонте места. Тебе пока не нужно беспокоиться. Пацаны, давай лучше это, не чекайте вообще камеры. Пока что не надо. Я еще одну батарейку. Пока дяденька болтает, не чекаем. Я дегенерат. Почему? Я побежал вообще в другой конец пиццерии, нашел там батарейку, и вот тут прям в комнате менеджера одна батарейка была. Понятно. Подожди. Закрывай! Все, что там? Свинтус пришел. Значит, он сейчас ко мне побежит. Свинтус придет! Вот он выпал с этого двери. Да, Свинтус ко мне пришел. Это пока открываем. Это закрываем. Ты свою открывай. Блин, Илюха, я среагировать не успел. Пацаны, кислород кончается. Что? Угу. Нам чинить надо идти. Подожди. А нас тут свинтус-то зажал. Блин, а где он? А куда он? Блин. Я не знаю, оксиген там же, он там же, он там же. Пошли. Мне кажется, оксиген даже поближе. Думаешь? Да, я думаю. Я не уверен. Он здесь. Мимик, ты другую дверь чекай. Так я и предсказывал. Там сейчас оксиген с нами нельзя. Да, чини, Дэн. А как это чинить? Как-то, наверное, я не знаю. Как-то же можно. А где чекать? А где чекать? Я не знаю. Я не понимаю, где чекать. Чини, чини, чини. Мимик, ты это не бегай, это чекаем. Хотя, возможно, все антагонисты там у Илюхи с Дэном. Я починил. Уходим. Просто валим. Все, да, починил. Куда бежать? Ты помнишь? Бежу. Да. Я нет. Вот сюда. Ой. Пацаны, вы просто да. Жестко молодцы. Куда ты где? Ты... Закрывай. Все, закрываю. Значит, ко мне. Ко мне идет. Он вышел из комнаты менеджера. Да, да. Мне закрывать? Тихо. Сейчас, я закрою сейчас. Илюха, а чё ты его сразу сейчас увидел? Я его слышал. Да, его более слышать надо, чем видеть. Его не видно нифига. Он из-за углов выходит. А, он меня заметил, видимо. Илюха успел ее закрыть. Это у всех звук был. Или как успел? Пацаны, 87%. Угу. Бежит еще? Да. Куда он бежит? Не знаю. Ко мне пробежал. Вот он! Я там что-то копытца видел. Да он там, потому что был. Ко мне идет. Или он здесь еще? Ко мне. Ага. Не, ну пацаны, так, это ты нас, мне кажется, все. Офигенно. Что-то знает.
Значит. Он еще и где-то недалеко. Тут. А тут не показывается телегенератор. А, ну так мы же помним, где он. Да, но. Все... А, я понял, пацаны, это как в Forgotten Memories было обучение, что сломалось, и теперь оно не работает. Бежим. Правда, в Forgotten Memories там указатели были. Вот еще батарейка, вот еще одна. Да, мне сейчас. Подожди. Подожди, дай я ребутнусь. А! Они. Давай. Берег, они к нам идут! Живите там. Мы идем чинить. Они, да. Нас с мимиком свинтов убил. Офигенно. Так, морозилка. Из морозилки. Из морозилки в прихожую, да. Вот. Блин, и как спасаться от этого, от свинтуса? По нашей тактике давай. Вот да. Еще батарейка есть. Мне не нужна сейчас. Идем. Подожди. Ладно, я всё. Уже здесь. Подожди, я не зашел. Я тут сижу. Стой. Нет, тут нет ни курицы, ни свинтуса. Курица! Она забыла. Ты не успел? Успел. А она что, уже во вторую стадию перешла? Не знаю. У нее же две стадии, типа. Значит, это просто было пипец. Нас с мимиком свинтус убил. Вот так вот он, эти два прохода чекать. Хотя, погоди, если вот отсюда кто-то выйдет... То куда мы дальше побежим? Вот ладно, в эту дверь. Но дальше за ящики. Блин. В сторону курицы остается. Ну хотя бы. Блин, пацаны, а в будущем-то. Ладно, они... все, давай заходим. Давай, я согласен. Пацаны, а в будущем-то будут ломаться, как Forgotten Memories, одновременно и генераторы, и. Там уже свин стоит. Понятно. Свина там. Мимик не тратит. Свина сложнее видно, чем курицу. Заходим. Пацаны, кстати, пошел прогресс. Сначала было... Оксиген ломался. Давай. Электричество ломалось в 3.15. А сейчас теперь 3.28. Это ж плохо. Нет, мы же дожили на... Получается... Выходим. На... У меня фонарик кончался, нам просто не опасно там находиться. Мы прожили на 15 минут больше. Вот тут батарейку. Да, я знаю. Можно? Сейчас заходим. Пацаны, кстати, а возможно можно это, вентиляции чекать еще? Да, это сложно. Я последний включу. Подожди. Мимик, не трать просто так фонарик. Уходи. Он еще пригодится. Уходи, там курица. Ты успел? Понял. Да, успел. Думаешь? А там, что? Там тоже ты слышал сейчас? Или это у меня просто на улице? Я не понял. Я ничего не слышал. Это типа ры-ры-ры. Какой-то звук как будто наполняется что-то. Ладно, заходим. Ладно, давай заходим. Все. Тут батарейка. Да пофиг. Не до нее сейчас. Фух, я подумал, там кто-то какой-то свинтус через вентиляцию лезет. Да пофиг на эти батарейки, выходим. Пацаны, надо почистить столовую, ограничение по времени. Там курица на спине была. Да? В смысле, да. Зачем столовую? Так это квест. Так, мне кажется, его обязательно надо выполнить. Да ну нет. О, господи. Пойдем в столовую? Сань, давайте в это мимика одного оставим. Не, ему одному страшно. Бедный мимик Паркер. Ну, давайте, кто в отряд уборщиков в столовой? Я. Yeah. Пошли. Саня, у тебя хардкор ходит. Опять. Мы вас опять отправляем. Да, чтобы вам жизнь малины не казалась. Аккуратно сейчас тут. Да, и ты тоже помнишь, что здесь курица где-то валяется? Все, она не валяется. Столовая, полетели. А что именно убирать? Да, я да фиг знает. А, вот. Ищи эти. Блин, нам этого медика не хватает, чтобы смотрел тут по камерам. Кьютые моменты. Ищи, о, батарейка. Еще фиговый батарейка. Фиговый из меня уборщик. Почему? Пипец, сколько грязи. Я спрячусь пока что. Или рано? Мне кажется, рано. Я не вижу ничего. А, вот.
Все, я могу. Я играл в игру про спагетти. Я взял. Изи. Я играл в игру про спагетти. Вообще изи. У меня тут вообще не сколько грязи. А ты поэтому играйте в игру про спагетти. Да-да-да. А, тут на постере страшная звездочка. Встань, до шуток. Так. Все, я почистил две лужи. Я третью сеть. Я уже три почистил, вот учитывая. Что? Да нам сейчас и так тут фигово с этим. Так что лучше не трогай вообще двери. Ну, если только аниматроники. А почему так мелко? Почему так мелко? Как это вообще попадать? Попадал. А, это там не есть я. Очень некоторые лужи, где только из мелких. Вот у меня сейчас такая. У меня тоже такая была. Все, я почистил. Я тоже. Вот с фонариком ходите так. На пол светить. Да тут просто надо ходить и иногда Е подсвечивать. Так, у меня тут две лужи рядом. Блин. Нас тут двое костюм. Блин, пацаны, ну это игра хардкор, не этого Forgotten Memories. Тут еще чистить полы надо. На время. Я тебя обидел. Слышишь? Нет. Свинтус какакал. Ой, такой... Такой звук был сейчас из Свинтуса. А. Это мой костюм. Иди в другой, иди в крайний, да. У меня вот. Я спрятался. Пипец. Мы тоже с мимиком сейчас слышали. Он у нас, он в столовой. Я тоже. Мимик, пошли по столовой прогуляемся. Кислорода. Да, я знаю. Он ушел вроде бы. Да, посидим. Вроде ушел. А почему в этом шерстяном костюме кончается кислород? Потому что это специально, чтобы вы не сидели. Нам надо искать эти... Да я нашел одну. Я у себя тоже. Там кончается кислород, это специальный разработчик сделал. Так, все, я... Последние две остались, плюс-минус. Я не уверен. Все, я тут почистил. Так, и все, последние две. Одна, блин. Мне кажется. Где? Я одну почти начистил. Блин. Да я пролазываю каждый раз. Я у себя не могу найти. Все, я почистил. О, пацаны, вы жестко молодцы. Так, 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 куда бежать? Ух ты, ага. Пацаны, вы просто красавы. Да, вообще. Сколько прошло? Наверное, на третьей ночи я вам уже буду помогать. Подожди. Что-то жестко вообще там. И сейчас прикиньте, там надо... Фух, я, пожалуй, это встану, отдохну. И сейчас прикиньте, там генераторную надо чистить будет. Да-да-да. Не, еще 48%. Чистить, а не чинить. Тебе свинтус идет. Тебе свинтус идет. Нет. Да. Я его увидел, он к тебе пошел. Да? Круто. Нет, стой, тут можно за угол встать, и он не заметит. Не, он нас убивал. Да в смысле убивал, да вы угомонитесь. Давайте без этой фигни, какой убивал, ребят. Я обижусь. Офис. Я в офисе. Всё, пошли тогда вместе опять. Let's go. Не будем фонарик тратить. Заряжу тут фонарик сразу. Да-да-да, давай. Я уже свой перезарядил. Надо будет еще там батарею взять. Да-да-да. В генераторной дофиги... Да-да-да, я про генераторную говорю, что там надо... Ой, кухня. Да. Стой, вот. Иди за мной. Тут просто энергия жестко улетает. А, сейчас не трать фонарик так. Лучше. Согласен. Вот ты, если меня видишь, то все. Жалко то, что тут в шкафчик нельзя спрятаться. Смотри, согласен. Я предлагаю сейчас первый заход. Это просто мы сейчас возьмем батарейки. Да-да-да, согласен. Заходим, берем. Я не взял! Смотри, вот одна батарейка есть. Вот она. Да, давай я подберу. Да, я подберу.
и я еще куда-нибудь, вот смотри, видишь, и еще одну полную я вот сюда положу. Ага. Она полная. А у тебя что? У меня нормально, мне-то зачем? Все, давай, я скажу. Пошли. О, батарейка. Чекай. Чекаю. Курица! Пипец. Курица! Я бегу. Выходи. Я даже не заметила. Вот ты чё вообще? Я ничего-то не говорю. Там мимик сказал. Я просто ходил изучать. Они уже выходят. Здесь? Подожди. А. Нет. Курица! Ух ты, какая... Это она страшная. Ой, как спасибо. Какая она страшная. Нереально, курица страшная. Людина просто. Да, блин, курица страшнее звездочки. Да по сравнению, знаешь, с этой, с Чикой из всех частей вместе взятых, да. Если из всех Чик, из всех частей построить какую-нибудь страхолюдину, то... Да, вот всех, всех превратить в хоррор, и еще и это... Ой, всех превратить в Чик, блин, из четвертого ФНАФа. Из ФНАФа, из всех даже, из четвертого. Да, превратить их. Из книги вот этой. Да. Вот получится вот эта Чика из вот этой игры. И... Да. И еще сверху накинуть эту Чику из той фан-пародии с этим, с волком вместо Фокси. О, ну, сейчас погоди, стой, я сейчас батарейку выкину. Почему все так любят заменять Фокси на кого-то еще? А Гаддер сам Скотт решил его заменить. Давай, погнали. Заходим. Илья, вы так говорите, так. Что мне интересно, как она выглядит. Да вон же на постер, ну, на постер посвети и увидишь, какая она страшная. Вон, посвети на постер и я увидишь. Она здесь. Мимик, вон на постер, посмотри. Полетели. Мимик, пошли, беги за мной. Сейчас никого не вижу. Вот, ты идешь за мной? Вот, и вот здесь вот батарейка внизу лежит. Бери ее. Вот здесь. Тут нет никого, кстати, кроме свиней и курицы. Все. Пацаны молодцы. Вот, видишь, вот, мимик, смотри на курицу. Видишь, какая она тут страшная на постере? Дверь подсвечивает. А, я не увидела. Тут дверь еще... Ну, я могу себе плюс жизни купить. Кстати, этот восстанавливается, генератор только восстанавливает на 50%. Да, мы знаем уже мы это. Это же жопа. Сань, ты... Слышали? Слышим? Через вентиляцию опять. Через вентиляцию зашли. Тихо! Мимик, ты иди на другую сторону. Свинтус! С какой? У меня. Тебя, значит, сейчас у меня будет. Сейчас к вам побежит. Вам побежит. Там вам еще бежит. Курица! Там еще да курица! Да мы закрыли уже! И там еще курица! Да вы что? Да вы что? Ё-моё! Я дегенерат, извините, пожалуйста. Пацаны, там еще оксиген сломался. Нормально, зато они сейчас пропадут все. Не все. Ну, Свинтус. Почти все. Свинтус пофиг. Свинтус он скилл. Бежим. Ну что, ребят, как вам курочка? Да, красивая. Да, да. Бежим. Побежали. Каждый знает, что в субботу вор не ходит на работу. А у нас понедельник каждый день. Да, Дэн? Да. Кстати, оксиген быстрее стал только уходить. Не убегай, только в морозилке. Уже в прихожей. Какой прихожей? Нам оксиген надо чинить. А, сейчас. Столовая, я в столовой. Все, идем. Мимик, это еще не Вера. Страшно. Давай, страшно чиню. И что делать? Илюхи, и... Лучше. Вот видишь, они вот типа бум-бум. Видишь. Надо в том же порядке. Мимик, это еще не страшно. Страшно Илюхе и Дэну. Блин. А мы тут в офисе с электричеством сидим. Илюха с Дэном всю работу выполняет. Пацаны. Так. Кстати, тут на постере курица и звездочка вместе. Да, мимик, согласен. Илья и Дэн герои.
Так. Все. Еще один раз. Пацаны, как же спасибо за то, что вы нам помогаете. Я и забыл. Без вас бы мы не справились. Вот, давай, просто. Балуйся. Ну, гад сделал. Блин. Там надо... Еще раз. Раз, два, Мимик, три. Не балуйся дверьми. А, уже 46% оксигена. А, тут батарейки, всё. Кстати, халявные заставлены. А, еще один раз. 42 уже. 41%. Еще. Еще один раз. Последний, думаю. Все. Мимик! Уходим. Пацаны, молодцы. Через столовую, ага, самое офигенное место, чтобы уходить. Да, да. А в третьей ночи еще чем-нибудь? Баран будет. Да, да, корова, ну, здесь. Идите баран. Вы со своим бараном. Пацаны, 5:30. Корова здесь курица. Будет. Видишь, на постере корона. Ой, корова. Угадайте, кто был с Windows. Не, пацаны, пацаны. Сейчас у вас подожди, будет Windows. Подожди. Уже при... А у тебя курица! У меня курица, да, заметь. А, кстати, посмотри, посмотри, смотрите, какая красивая фигурка коровы. Там еще кто-то, там курица стоит. С той стороны. Слышали? Курица. Сейчас, подождите. 45%! Я камеру чекну. 36, 35. Ё-моё, на камерах никого, на камерах никого. Открывай. Кайфуем, закрывай. Я бы так не делал, когда у нас 33%. Опасно. Нет, давайте лучше последим. Вот эту дверь, да, мы будем чекать. Окей. Вот эту дверь, хорошо. Что это за звуки? Это мы батарейки меняем. А, я знаю. Понял. Ура! Наконец-то. Блин, пацаны, это вы просто молодец. Ну, это было жестко, это было жестко. Ну, теперь я посмотрю, как у Илюхи все выглядит, и потом да, да. Я уже вам буду помогать. Я бы уволился с такой работы. Согласен. Коты, если вам понравилось это видео, сейчас у вас появятся еще другие видео. Можете посмотреть их. Ну, а я надеюсь, вам понравилось. Всем спасибо за просмотр, и всем пока-пока. Пока. Всем пока.